Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что стартовал прием заявок для участия в конкурсе на получение премии главы городского округа Самара «Мир равных возможностей». К участию приглашаются лица с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 18-летнего возраста, проживающие в Самаре. Премии вручают в номинациях «Общественная деятельность», «Литература и искусство», «Образование и наука», «Предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность», «Техническое и декоративно-прикладное творчество», «Физическая культура и спорт». Лауреатам выплачивают единовременное денежное поощрение и вручают диплом. Администрация железнодорожного района сообщает, что с 25 июля все банки начнут приостанавливать переводы на счета и карты мошенников. Если информация о получателе перевода есть в базе данных о случаях мошенничества, то банк заблокирует перевод на 2 дня. Замораживаться будут и просто подозрительные операции, даже если получателя переводов нет в базе мошенников. Например, если человек решит перевести деньги в нетипичное для себя время. Или прямо перед платежом у него резко увеличится количество сообщений и звонков с новых номеров. В случае с подозрительным переводом, когда получателя нет в базе, банк сообщит, почему приостановил операцию. Но если вы попытаетесь повторить перевод, он отправит деньги. Летний период – время активного отдыха на водоемах, напоминает администрация Ленинского района Самары. Это купание и занятия подводным спортом, различные игры и соревнования на воде, катание на лодках и других плавательных средствах, рыбалка. Необходимо помнить, что летний отдых на воде может привести к печальным последствиям. Чтобы их избежать, нужно выполнять определенные правила поведения. Они изложены в карточках, которые размещены в телеграм-канале.